Всем привет, и я хочу вам показать свой скилл в стендофе на вот таком вот прицеле. Хоть этот прицел не почти не полезен, для меня он полезен, ведь я могу стрелять в голову. Посмотрите. Блин, а вот этого пропустил. Погодите. Ну, вы видели скилл, правда, одного пропустил, но ничего страшного. Этот прицел полезен тем, что можно стрелять в голову, и главное стрелять из точных пистолетиков и автоматиков. Ну, на дигли я не слишком много набиваю, как сказать. Блин, а. Четверо пропустил, ничего страшного. Ну, вы видели, что этот прицел, хоть и помогает стрелять в голову, очень легко пропустить одного и даже четыре противника. На калашике это тоже работает. Короче, это работает на всех оружиях. Такое чувство, как будто мы из винтовки стреляем. Да, друзья? Ну, вы поняли. Ну, вы поняли, про что я. Ну, вы, в принципе, поняли, про что я. То, что это помогает. Прицел помогает, но это всего лишь что мое мнение. Не может совпадать с вашим. А если вы сделаете такой же прицел, вы будете просто делать хедшоты на тренировке. Это работает только на стоячих противниках, ведь если вы подставите подвижных противников, то как сказать, вы видите. Это надо сначала на статичных целях, потом на подвижных целях тренируйте. Конечно, есть оружие получше, что я говорю. Ладно, на этом все. Всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики и всем пока! Погодите. Наконец, хедшотик. Блин, а не то, не то. И под конец эпичный хедшотик.